Финансовые эксперты предвидят лидерство Bitcoin Cash. Такое мнение высказал Дэн Наттон, автор статей CNBC. Биткоин больше не лидер криптовалют, убежден Дэн. Он утверждает, что Bitcoin Cash в конечном итоге займет заслуженное место на вершине списка. И не потому, что биткоин плохая валюта. В последние годы произошли некоторые изменения биткоина, и не все к лучшему. Для обычного пользователя биткоин стал дороже и намного медленнее при использовании в качестве способа оплаты. Другие считают, что биткоин теперь скорее средство сохранности ценности, а не валюта или платежный инструмент. Безусловно, инвесторы смотрят на валюты с ярким будущим. Дэн Наттон считает, что сейчас таковыми являются Bitcoin Cash и Ethereum.